Сегодня мы провели совместное учение МЧС России и УВД России. Вот, прошли оценку, как бы, учением даст руководство. Со своей стороны отмечу, что все намеченные задачи и планы выполнены в полном объеме без замечаний. Задачи были в первую очередь, это проверка работы дежурных по УВД, по отработке сигнала по пожару, соответственно, сообщение главного управления в ЦУС, главного управления МЧС России по Смоленской области, а также отработка навыков подразделений наших пожарных, местного гарнизона пожарно-спасательного города Смоленска. Вот, отработка действий личного состава как по эвакуации персонала, так и непосредственно потушению пожара. По моей оценке справились на все 100%, то есть 5 баллов. А со стороны, как бы, можно оценить, граждане города Смоленска, я думаю, получили массу эмоций положительных.